Я Гумбалиана Ахмедовна, родом из аула Новокубинска, закончила Пятигорский медико-фармацевтический институт по специальности фармация, работаю провизором в аптеке. В медицину меня привела моя мама, посоветовала поступать на провизора, я согласилась. Сейчас, работая по своей специальности, могу сказать, что я выбрала достойную профессию, мне нравится моя работа, и я хочу в будущем совершенствоваться, улучшать свои знания и продолжать работать по своему направлению.